За линией разграничения борются со злостными должниками, не оплачивающими услуги водоснабжения. В частности, в Красноармейске, а с 2016 года этот город в Украине называют Покровском, водоканал еженедельно проводит совещания с руководителями предприятий, организаций и учреждений. На повестке дня один вопрос – о погашении долгов за воду. Предыдущие три недели, там, где действительно результативность была достаточно высокая, мы подсчитывали, у нас получилось по 200 с лишним тысяч сверхплановых средств мы собирали. За прошлую неделю, я не знаю, по каким-то непонятным для нас причинам, нас как-то проигнорировали явку. На прошлой неделе руководителей практически не собрались, и он сразу вот цифра и выперла, то есть уровень платежей резко упал. Десятки абонентов водоканала из числа тех, кто несколько лет не платил за воду, сегодня заключают договора о реструктуризации долга. Сумма задолженности уменьшается еженедельно на 50-60 тысяч гривен. Мы заключили 26 договоров за эту неделю на 103 тысячи и отключили 13 абонентов, 6 с видимым разрывом, окончательно, и 7 опломбировали в колодцах во двор. Чтобы в городе не было проблем с водой, тепло и электроснабжением, работа с должниками будет продолжена.